Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor 8X Max. И сейчас я покажу вам, как открыть настройки разработчика. Открываем настройки. Далее проходим в раздел «Система». Здесь выбираем «О телефоне». И ищем номер сборки. Находим и нажимаем на него несколько раз, после чего, скорее всего, придется ввести пароль от экрана блокировки. Мне пишут, что я уже разработчик. Переходим обратно в раздел «Система», и здесь есть режим для разработчиков. Можем перейти в него, ознакомиться с настройками. Можем его также отключить здесь сверху. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.